Я захожу к Сталину и говорю, что хочу поехать на несколько дней в Германию за материалами. Спрашиваю его согласия. Ответ неожиданный и многозначащий. «Что это вы, товарищ Бажанов, все за границу да за границу? Посидите немного дома». Это значит, что за границу я теперь в нормальном порядке не уеду. В конце концов, что-то у Сталина от всех атак ГПУ против меня осталось. А что, если и в самом деле Бажанов останется за границей? Он ведь начинен государственными секретами, как динамитом. Лучше не рисковать. Пусть сидит дома.